водного вертикального вытяжения в минеральной воде. Значит, методом провисания. Мы здесь оборудованы специальные такие стойки. Значит, вот больной получает процедуру для вытяжения пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нина Васильевна, покажите, пожалуйста, шапочку. Значит, вот эти вот кронштейны предназначены для проведения вытяжения шейного отдела позвоночника. Подвешивается вот такая специальная шапочка. Вот здесь грудь. Это не поясничное, а именно шейное отдел, да? Пояснично-крестцовый вот там. Но для того, чтобы это сделать, значит, пациент заходит в воду, ему медсестра одевает вот такой специальный пояс, а потом, значит, по назначению врача, по методике, подвешивается утяжеление на этот пояс. Специальные грузы, которые вот, подвешиваются для утяжеления и для усиления нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Значит, больной... А глубина какая достаточная, чтобы человек висел, получается, да? Вот здесь ступенька. Вот он идет, а вот здесь он уже ногами не достает. Видите, ступенечка. Вот. И на этом основано вот эти мягкие подлокотники, чтобы держаться, потому что здесь как раз человек провис, и нагрузка вся идет на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Вот определенное время он висит, значит, по мере необходимости, как написано по методике, его меняют грузы, снимают, убирают. Затем пациент выходит из бассейна и проходит вот там, в другую комнату, там кушеточки. Отдыхает. Да, отдыхает. Там специальным образом уложена эта пояснично-крестцовая отдел позвоночника подушечка, и значит, там пациент лежит. Значит, лежит в частном спине, в частном животе. Если времени там у нас не хватает места, значит, полчаса на спине, полчаса на животе, а потом поднимается в комнату отдыха. Мы туда подойдем, да, в комнату отдыха и продолжает необходимое время лежать там. Скажите, процедура под водным утяжением позвоночника. Минеральная вода находится или в обычной воде? Минеральная вода. У нас минеральная вода. У нас когда-то впервые в Советском Союзе организовано было вот это вот отделение и этот бассейн. И когда-то на базе нашего санатория проходил первый семинар по изучению вот этого вот вопроса лечения дискогенных заболеваний позвоночника методом подводного вертикального вытяжения. Хорошо, спасибо большое.